Перед ними поставлена задача взять Донбасс до 24 августа, то есть уже к воскресенью, когда Украина отмечает День независимости. Огненную линию над разрушенным городом прочерчивает ракета комплекса «Точка-У». Высокоточный управляемый снаряд выпущен под руководством украинских военачальников. Без цифровых карт местности об избирательном поражении не может быть и речи. Первые сообщения об использовании тактических ракет «Точка-У» вызвали международный скандал о том, что командиры карателей не готовы нести ответственность за применение оружия широкого спектра поражения, заговорили не только российские эксперты, даже в американской разведке подтвердили. В условиях войны на Юго-Востоке использование «Точки-У» приведет к гибелям сотен мирных. Пошла. Есть. Пошла. Есть. Блять, 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 блять